Полная практика прощения с Green My Life и Ярослав Мудр Воронцов. Татьяна, осознание за день. Живите от чувств. Жить нужно от чувств, а не от ума. Когда вы общаетесь с человеком от чувств, то вы прекрасно понимаете, как лучше вам сказать, чтобы вас человек услышал. И говорите искренне, как чувствуете. Когда вы живете от чувств, ваша жизнь становится яркой, красочной и насыщенной. Когда вы общаетесь с людьми, основываясь на чувствах, то вы любую ситуацию можете разрешить конфликтную в положительном ключе. Вы найдете ключик, как преподнести информацию, чтобы все разрешилось хорошо, положительно. С вами была Татьяна и полная практика прощения с Green My Life и Ярослав Мутер-Воронцов.